В апреле 61-го этот снимок облетел главные страницы всех мировых изданий. Это первая фотография Юрия Гагарина после приземления спускаемого аппарата. Автор снимка – Анатолий Пекарский, тогда молодой военный из Владивостока. Сегодня профессор кафедры публичного права. Он до сих пор хранит старенький «Зенит», которым сделал тот исторический снимок. Я хранил фотоаппарат, нарушив все правила и службу безопасности, обманувший, будем так говорить, перехитривший, в самой кабине, там, где аппаратура была вся. За это, конечно, меня могли отдать в трибунал. Первый полет человека в космос связан с Приморьем и еще одной ниточкой. В селе Кремово захоронен Григорий Нелюбов, второй дублер Юрия Гагарина. По разным причинам он так и не побывал на орбите. Через 2 года после полета Гагарина Нелюбова перевели на работу в Приморье, где он испытывал реактивные истребители. В Михайловском краеведческом музее ему посвящена отдельная экспозиция. На одной из фотографий – первое надгробие на могиле Нелюбова. А так выглядит новое, которое установили в 2002-м. Деньги на него собирали всем районам, дали объявление в местной газете. Участвовали и общественные организации, участвовали предприятия, участвовали просто жители и школьники. Знаете, родители давали детям на завтрак 20-30 копеек, и дети вносили эти деньги в ведомость. Приморье и Тихоокеанский флот вообще стояли у истоков пилотируемой космонавтики. Еще до первого полета человека в космос корабли океанографической экспедиции вели наблюдение за запусками ракет. Правда, тогда, в силу секретности, большинство моряков были уверены, что наблюдают за военными ракетами. И когда приняли телеметрическую информацию, наши корабли в океане, то они увидели, что это дыхание и пульс человека. Естественно, корабли уже вернулись позже в базу, и только тогда узнали, что впервые улетел человек в космос на тех ракетах, которые уже с успехом мы отрабатывали. Поддержка с моря – это и сегодня неотъемлемая часть отечественной космонавтики. Флагман российского комплексно-измерительного флота «Маршал Крылов» обслуживается во Владивостоке. В бухте «Золотой Рог» он частый гость, а его экипаж недавно поздравила с борта МКС космонавт-испытатель Елена Серова, герой России, 4-я в отечественной космонавтике женщина, побывавшая на орбите. Между прочим, уроженка села Воздвиженка Приморского края. Скорого возвращения домой, в родную базу. Верим в вашу поддержку с океана. 7 футов под килем. Посмотри, скорее видно. А его связь с космосом пока только через астрономические приборы. Наблюдениями за звездами юноша из Ливадии Филипп Романов увлекся еще в школе. Изучал астрономию по книгам, а в итоге обнаружил в созвездии Лебедя новое светило, которое внесли в официальный международный реестр. Имя ей присвоено было НСВС 3 246 176. Это первое открытие мной переменной звезды. Это пока первое открытие молодого приморца. Сегодня он учится в подмосковном Королеве, в колледже космического машиностроения. И твердо уверен, что Приморье еще не сказало своего последнего слова в истории отечественной космонавтики. Владимир Клюшников, Александр Кононенко, «Панорама».